Ой, Катюш, привет. Привет. Хорошо выглядишь. Сколько у тебя их сегодня? Это Надя, познакомимся. Это здрасте. Катя. Катя. Здрасте. Хорошо, Надя. Ты постриглась, что ли? Ну да, тебе нравится, немного изменила. Хорошо. Прическа. А вы знаете, тут ужас такой, вы не слышали? У нас на стройке здесь женщину нашли. А, ее убили, да. Ее не просто убили, ей все лицо бритвой сполосовали, волосы отрезали. Шмары, что, вообще, знаете, не понимаю. Я так думаю, ну, вот как подруга моя говорит, некоторые женщины настолько никчемные, что единственная цель их жизни – быть разрезанными на куски. Что, правда, эти маньяка? Да нет, ни в коем случае. Но... Прекрати. А вы не думаете, что там вот, например, маньяк, он ищет жертву, так же у него тяга прям, вот точно так же, как жертва маньяка и наоборот. И ведь когда... Что делает маньяк, когда режет тебя? Он же говорит тем самым, что ты самая... Самая. Он тебя нашел. Ты единственная из тысячи людей. Он нашел именно вот этого человека одного, которого зарезал. Понимаете? А разве... Как... Разве не этого все мы хотим? Женщины. Мужчины же нас не любят. Извини, Олег. Не любят. И мы все стремимся к этому. Ведь так. Олег... Пойду, пожалуй. Пошли, возьми у кого-нибудь. Всего хорошего. Давай. Пока. Запутался. Да много, очень много, я же говорю. Пойдем. Гер, пойдем. Все, кто убежал.